Ранкин Техноблог Продакшн представляет. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня нашему вниманию выпал обзор на очень прекрасный девайс для нашего ПК. Это USB Wireless 5.3 адаптер, или, проще говоря, это Bluetooth модуль версии Bluetooth 5.3. Dual Mode двойного типа подключения, дистанция рабочая от 10 до 20 метров, а также с возможностью подключения разного рода устройств, такие как наушники, динамики, мышки, беспроводные клавиатуры, смартфоны, планшеты, геймпады, в общем, любое практически устройство, которое работает на Bluetooth, будет возможность теперь подключать к вашему компьютеру. На задней стороне коробки имеются возможности и спецификации. Поддержка передачи аудио и данных, Dual Mode Wireless Transmission, возможности двойного типа беспроводного подключения, ультракомпактный, легкий и также не занимающий много места, расширенный экран против помех и стабильность. Realtek Bluetooth версии 5.3 плюс EDR и также Bluetooth низкого потребления энергии. Быстрый и с более высокой дистанцией работы по отношению к Bluetooth версии 5.0 и 4.0. Поддержка таких профилей, как A2DP, RCP, AVRCP, HIT, ACC и так далее. Это все протоколы разного типа подключения в зависимости от того или иного устройства. Например, HIT – это подключение устройств таких как мышки, клавиатуры, геймпады. A2DP, RCP – это что-то связанное с аудиопередачей данных и так далее. Спецификации. Рабочая частота от 2,402 тысячных до 2,48 ГГц. Максимальная скорость передачи данных до 3 Мбит в секунду. В данном случае это 300-350 килобайт в секунду. То есть можно передавать данные, например, со смартфона на компьютер и наоборот. Однако все-таки скорость у нее невелика, потому что предназначение Bluetooth преимущественно предназначено не для передачи данных. Это стоит учитывать. Поддерживаемая система Windows 7, 8.1, Windows 10, 11 и выше. Полная скорость USB 2.0 интерфейса, а также поддержка USB 3.0. В данном случае имеет ли смысл подключать к USB 3.0, если будут какие-то происходить проблемы с подключением, то можно просто поменять вместо USB 2.0, например, подключить к USB 3.0. Сразу вам скажу, что на скорость работы его это никак не повлияет. Не работает, ключевой момент, с macOS, со стереосистемами автомобилей, а также с телевидением и любыми другими устройствами, за исключением персонального компьютера или ноутбука, работающего на Windows. То есть к Linux, к Mac и к любым другим устройствам не пытайтесь его подключать, он не заработает. Это очень важно, для того, чтобы потом не появлялось вопросов, а работает ли там или там. Все описано только для компьютеров с Windows. Все. Класс 1.5. Power стандарт, то есть стандарт энергопотребления класса 1.5, отправка, прием данных и также расстояние от 10 до 20 метров. Это все спецификации, которые имеются на задней стороне коробки. Давайте же ее распакуем. Далее, внутри коробки содержится Bluetooth модуль версии 5.3, инструкция по установке на английском языке, а также диск с драйверами. Так как Windows 7 и выше уже имеет встроенные драйвера на Bluetooth, маловероятно, что этот диск вам понадобится, но на всякий случай лучше его оставить, если вдруг у вас будут возникать какие-то проблемы с подключением, такие как ошибки, возможно, не обнаружено USB-устройство и так далее. Поэтому пока что на время его сохраните. Итак, друзья, мы успешно с вами подключили наш Bluetooth-модуль к USB-порту нашего компьютера и оказались на рабочем столе нашего ПК. У меня Windows 11, надеюсь, что у вас 10 или 11 винда, потому что в семерке внешний вид будет отличаться, и поэтому вам несколько сложнее, возможно, будет ориентироваться. Первым делом, что нужно сделать? Давайте поговорим, это очень-очень-очень важно. Первостепенно это убедиться в том, что наш Bluetooth модуль отображается и работает корректно. Номер один, что у нас появится после того, как мы подключаем Bluetooth модуль, будет звук, соответствующий подключению USB устройства. После этого будет написано, скорее всего, что ваше устройство было успешно подключено, настроено, готово к работе. Если это Windows 10 или 11, внизу вкладка, но это не обязательно, у меня такого не появилось. Появляется вот такой значок «Устройство Bluetooth». Пока что не спешите на него нажимать, сейчас мы с вами перейдем чуть позже к нему. Мы переходим во вкладку «Панель управления», либо, например, можно ввести в поиске «Диспетчер устройств» и сразу перейти в «Диспетчер устройств». В самом верху, вот здесь, у нас под наименованием нашего ПК должен появиться вот такая вкладочка Bluetooth с синеньким значком, известная во всему миру. Открываем вкладочку на всякий случай, и у меня здесь имеется 4 устройства, такие как Bluetooth Device RFCOM Protocol TDI, Microsoft Bluetooth Enumerator,
Realtek Bluetooth 5.3 адаптер и перечислитель Bluetooth LE Microsoft. Может быть такое, что у вас их будет чуть больше, чуть меньше, тут невелика разница. Самое главное, чтобы у вас было написано именно Bluetooth, а не, например, какое-то другое или неизвестное устройство. В случае, если вдруг у вас не отображается ваш Bluetooth модуль, попробуйте, если идет в комплекте диск, использовать диск, вставить его в DVD-ROM, установить драйвера и проверить, будет ли исправлена проблема. Либо варианты, пробуйте, подключайте к другому USB-порту, например, USB, если подключали 2.0, подключите в 3.0, если подключали в 3.0, подключите в 2.0. То есть разные порты поперетыкайте, проверьте, будет ли работать. Если нет, проверяйте на другом ПК, и если в таком случае также не работает ваш Bluetooth адаптер, то в таком случае, скорее всего, с ним неисправность. Вам необходимо либо покупать новый, либо возвращать его по гарантии, и в данном случае, к сожалению, других вариантов каких-то либо предложить вам, простите, увы, не могу. Я его, кстати говоря, покупал примерно за 500 с небольшим рублей, они очень дешевые, и поэтому самое главное, ориентируйтесь больше всего на отзывы, а только потом уже на цену. И тогда покупайте. Много людей писали брака, поэтому лучше ориентироваться на это берите. Итак, что первым делом нам понадобится теперь, это открыть Realtek Bluetooth 5.3 адаптер. На всякий случай, для чего? Объясняю. Часто люди задают вопросы, я подключил геймпад, но во время игры он у меня почему-то отключается. Я подключил клавиатуру с мышкой, но моментами бывает такое, что происходят очень сильные задержки или моя мышка и клавиатура отключаются в произвольный момент. Например, человек играет в какую-то игру, у него раз и пропадает сигнал. Ни с того ни с сего. Теряется управление и он просто-напросто говорит, не понимает, что происходит. Или задержка очень сильно увеличивается. Так вот, мы заходим в Realtek Bluetooth 5.3 адаптер, либо любой другой версии, если у вас 5.0 там, и так далее, они все должны быть одинаковые. И затем управление электропитанием. Вот здесь необходимо снять галочку «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии» и нажимаете кнопочку «Ок». После этого мы с вами на всякий случай переходим во вкладку контроллера USB и на каждом контроллере USB, у которого есть управление электропитанием, снимаем галочку «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Так как мы с вами подключаем Bluetooth адаптер при помощи USB-порта, в таком случае также нам необходимо еще отключить экономию энергии для USB-портов. Особенно актуально, если вы пользуетесь ноутбуком. Хотя в ноутбуках встраивают Bluetooth, но сейчас я заметил, в последнее время, по-моему, это не всегда. Но если у вас ноут, скорее всего, именно из-за этого сигнал у вас может и пропадать, если не отключить экономию энергии. В винде она не совсем корректно работает, поэтому моментами сигнала и пропадает у людей. Отключили экономию энергии, после этого, сразу же вам говорю, обязательно перезагрузите компьютер. Когда у вас будет предложена перезагрузка, нужно согласиться и перезагрузить ПК, иначе ваше устройство не будут обнаруживаться Bluetooth. Я уже в этом убедился. Перезагрузили свой ПК, теперь идем с вами дальше. Заходим с вами в параметры. В параметрах переходим во вкладку под названием Bluetooth устройство. Здесь мы с вами переходим сразу во вкладку устройства, пока что ничего не добавляем. Необходимо, чтобы также было написано Bluetooth обнаруживаемый как, здесь будет указано наименование вашего компьютера. Переименовать его можно в другом месте, сейчас мы об этом говорить не будем. Устройство. И здесь, прокручивая список, обратите внимание, Bluetooth 5.3 Radio. Либо вариант, например, у вас он может быть 5.0, 5.2 там, и так далее, в зависимости от версии вашего Bluetooth адаптера. И здесь не должно быть написано «Перезагрузите свой ПК для завершения настройки». Если у вас написано «Перезагрузите свой ПК для завершения настройки данного устройства», вам необходимо перезагрузить ПК и только после этого еще раз зайти в список устройств и убедиться, что здесь только зелененькая точечка и ничего написано быть не должно. Потому что иначе, еще раз напоминаю, устройства не будут подключаться. Я уже убедился в этом. Все, отлично. Теперь приступаем с вами к подключению устройств. Неважно какое, если это телефон, то у нас работает двойной тип подключения. Варианты. Мы можем с телефона подключиться к компьютеру, либо с компьютера подключиться к телефону. Тут уже на ваше усмотрение. Как подключиться, например, с телефона к компьютеру? Нам необходимо с вами зайти в настройки нашего смартфона. Затем мы открываем с вами вкладку Bluetooth. Включаем Bluetooth, ползунок у нас вверху, либо при помощи шторки можно также включить просто Bluetooth. Проматываем самый список вниз, и доступное устройство, возможно, у вас будет такая же кнопочка, которая автоматически, как правило, крутится. Либо вариант нажимаете на нее, она начинает обновляться, и там должен будет появиться ваш компьютер. Есть еще один другой вариант подключения. Это при помощи со стороны компьютера к телефону. Мы нажимаем с вами кнопку «Добавить устройство», затем нажимаем Bluetooth. Так работает, повторюсь, со всеми устройствами, если это не смартфон, а, например, там, наушники,
колонки, динамики, геймпады и прочее, то со стороны тех устройств невозможно принять, так сказать, отправить запрос на подключение. Поэтому мы с вами сейчас в данном случае подключение я показал, как со смартфона подключиться к компьютеру. Например, с геймпада подключиться к компьютеру невозможно. А вот подключить геймпад к компьютеру — это несколько другой просто процесс. Совершенно верно, все это возможно. Итак, что мы проделываем? Я разблокирую сейчас экран. Должен появиться наш смартфон в списке. Сейчас у меня его здесь нет. Попробую выключить и включить еще раз Bluetooth на своем телефоне. И вот у нас, появился Mi Smart Band, прикинь. У меня появились даже мой умный фитнес-браслет появился. Можно даже его сюда законнектить. Так. Давайте попробуем его. Вот. Yuranko Mi 9. У вас будет наименование вашего смартфона. Скорее всего, никаких других устройств больше не будет, поэтому нажимаем. Подключение. Что происходит после этого? У нас появляется код. Он будет постоянно меняться. Но так как если вы не будете удалить устройство, то вот 109, например, 214. На вашем смартфоне, сейчас я вижу на своем экране, добавить Yuranko PC. Это наименование моего компьютера. Код подключения. Разрешить доступ к контактам и журналу звонков необходим в случае, если вы хотите со своего компьютера совершать звонки или принимать звонки. Но по этому поводу мы отдельно можем поговорить. Нажимаем кнопку «Принять» на телефоне и нажимаем кнопку «Подключиться на компьютере». У нас с вами происходит ваше устройство готово к использованию, подключено. Если же это смартфон, либо геймпад, в зависимости от версии Bluetooth, у нас с вами может также отображаться зарядка. Иногда некоторые Bluetooth-устройства сообщают о своем статусе компьютеру, но это приблизительное количество. То есть заряда, например, у меня сейчас на телефоне уже всего лишь 52% зарядки, а здесь указывается 60%, то есть округление в большую сторону. Это как примерный ориентир, на него не стоит обращать внимания. Успешно подключили смартфон. Что же дальше, вы меня сейчас спросите? Смотрите, если вы подключили геймпад, колонки, наушники, динамики, то все эти устройства, например, если это наушники, да, или колонки, есть возможности управления устройствами Bluetooth, выбирать то, что необходимо из списка устройств, управлять при помощи данным списком, вот, например, да, у нас с вами телефон. Или там, например, наушники, микрофон там и так далее. Либо варианты, если это наушники, микрофон, вот здесь через вкладку устройства вывода можно менять устройство. Например, выбрали наушники, и у вас сейчас на Bluetooth наушники или там колонки, например, должен будет идти сигнал. С геймпадом такая тема работает, когда вы его подключаете, это уже вы настраивать будете в играх. То есть вы должны будете зайти в игру, и по идее геймпад уже должен функционировать полноценно. Но это тоже отдельно про геймпады уже говорить, так сказать, потому что у нас с вами слишком широкий обзор сейчас именно непосредственно про сам Bluetooth адаптер, поэтому мы с вами не делаем упор в какие-то другие там девайсы, гаджеты и так далее. Подключились. У нас с вами также есть дополнительно теперь. По такому принципу все можно подключать. Для смартфонов есть некоторые доп. Функции, но здесь все будет зависеть уже непосредственно от версии Bluetooth вашего смартфона. Я хотел выполнить присоединение к личной сети PAN, но об этом давайте тоже сейчас чуть позже поговорим, потому что с этим Bluetooth, ребят, реально можно очень много всяких разных фишек выполнять и для разных устройств. Там, так сказать, перенаправление разных протоколов подключения и соединений довольно много. Итак, давайте попробуем с вами посмотреть, что из себя представляет устройство Bluetooth. Нажав на данную кнопочку в правом углу внизу на панели задач, есть возможности, например, добавление устройства Bluetooth. Нас пересылать, как будет, как правило, на страницу параметров, то есть вот сюда. Разрешить подключение устройства. Когда мы отправляем запрос, например, со смартфона на компьютер, у нас может здесь загореться данная надпись. Сейчас она недоступна, но у нас открывалось другое окошко, поэтому в данном случае можно выполнять подключение без вот этой кнопки. Показать устройство Bluetooth. Нас пересылают список всех устройств вот сюда. Также дополнительно имеются такие функции, как отправить файл и принять файл. Я так понимаю, что по системе безопасности Microsoft Windows используются возможности приема файлов на компьютере только при открытии этого самого окна. Так, например, если вы хотите передать какой-то файл со своего смартфона на компьютер, можно проделать следующее. Предварительно выполнив сопряжение со своим компьютером, вы открываете, к примеру, галерею. Хотите какие-то фотографии отправить. Если это какие-то файлы, например, музыка и так далее,
то, как правило, все открывается при помощи проводника. Там должны быть параметры и так называемая кнопочка «Передать файл». Передать, отправить, поделиться. Кнопки могут называться по-разному, но принцип их один и тот же. В списке предлагаемых вариантов, как передать файл, нужно найти Bluetooth. Вот он здесь. Устройств здесь всяких разных, может быть, и вариаций много. Это печать, сообщение, письмо себе, Share Me. Много-много-много всего. Нам нужен именно Bluetooth. Затем в списке выбрать устройство Bluetooth, нам нужно выбрать наш компьютер. Но предварительно, очень важно, прежде чем вы это сделаете, нам нужно нажать на кнопочку «Принять файл», открыв вот такое окошко. Потому что если вы не откроете, файл у вас не отправится. И только после этого вы уже производите отправку файла. Какая ошибка у вас может появиться в случае, если вы не откроете данное окно? Вот такая ошибка у вас может появиться в шторке вашего смартфона. Передано по Bluetooth, передано 0 файлов, не удалось передать один файл. Или то количество, сколько вы выбрали, потому что вы забыли открыть окошко приема файла. К примеру, на смартфоне сейчас я выбрал какую-то фотографию, нажимаю кнопочку Bluetooth, также выбираю Yuranko PC, и у меня происходит автоматический прием файла. Повторюсь, только при условии того, что открыто это окно. Иначе у вас просто-напросто ничего никуда не будет передаваться. Это, я так понимаю, повторюсь, сделано для безопасности. Выбираете размещение, например, это может быть рабочий стол. Ок, готово. Все, файл вот он у нас появился. По такому же принципу можно передавать абсолютно любой файл, но напомню, что скорость составляет 300-350 килобайт в секунду. Поэтому огромные большие массивные файлы передавать очень крайне неэффективно. Подумайте об этом заранее. Как отправлять файл какой-то либо с компьютера на смартфон? По такому же принципу. Нажимаете правую кнопку мыши, нажимаем «Показать дополнительные параметры» и нажимаем с вами кнопку «Отправить». Которая, кстати говоря... Простите, пожалуйста, давайте вот так продемонстрирую. Которой, кстати говоря, люди не поделиться здесь не найдете в этот параметр. Только при помощи «Показать дополнительные параметры», если это Windows 11, и кнопка «Отправить». В «Поделиться» там этого параметра нет. И выбираем с вами устройство Bluetooth. Это кнопка, кстати говоря, которой вот не досказал я. Практически никто никогда в своей жизни не пользовался. А сейчас она может вам пригодиться. Выбираем телефон, например. Автоматически ставится галочка «Используй проверку подлинности». Это отменить никак нельзя. И нажимаем «Далее». Если отправка стоит на месте, вам необходимо разблокировать экран на своем смартфоне и нажать кнопку «Принять». Тогда у вас отправка файла продолжится. Потому что здесь, повторюсь, есть такая вещь, как система безопасности. То есть, чтобы без вашего ведома нельзя было файл отправлять и принимать. Конечно, это существенно может замедлить процесс, но вот мы с вами этот файл передали. Отлично, готово. А на смартфоне во вкладыше будет написано «Передан», там, например, один файл, нажав на который в списке полученных файлов вы можете его просмотреть. А дальше уже через проводник самостоятельно вручную перемещать туда, куда вы захотите. С этим тоже разобрались. Ничего сложного. Передача файлов, прием файлов. Все легко и просто. Теперь идем дальше. У нас с вами есть такой элемент, как присоединиться к личной сети. В скобочках PAN. Наверное, многие из вас слышали, что такое LAN. LAN это Local Area Network, локальная сеть. Здесь у нас с вами личная сеть, Personal Area Network. Или так называемый PAN. Если мы с вами на нее нажимаем, то попадаем во вкладку списка всех устройств. Без разницы, как подключаться к PAN, либо вот таким образом, либо другой вариант из вкладки Bluetooth и устройства. Но здесь есть некоторый момент. У меня подключиться к PAN не получилось. Возможно, из-за разницы версии Bluetooth адаптера и моего смартфона, возможно, из-за того, что не имеется каких-то дополнительных еще также устройств, либо потому, что мой смартфон, может быть, эту функцию вовсе не поддерживает. Есть варианты такие, как, например, так называемый режим модема при помощи Bluetooth, как вариант, но это все включается уже на самом смартфоне. Опять же, как бы, чтобы интернет работал посредством Bluetooth, передавался на компьютер, это, по-моему, такая себе лажа, поэтому далеко не каждый человек этим пользуется. Нажав три точечки на своем, например, смартфоне, присоединиться к личной сети PAN. И здесь на выбор будет точка доступа или прямое подключение. В чем их отличие? Честно, никогда не подключался к этой сети, подсказать будет довольно мне трудно. По поводу точки доступа, кто будет являться точкой доступа, или смартфон, или мой компьютер, также, к сожалению, я подсказать вам не смогу. Но это уже только индивидуально для всех тех, кому это может быть необходимо. Я сомневаюсь очень сильно, что вам это будет нужно, поэтому можно, например, выбрать прямое подключение, это посредством, я так понимаю, это аналог локальной сети, то есть как бы напрямую подключены два устройства. Может быть, чтобы запроса не было, например, на отправку прием файлов и так далее.
либо вариант точки доступа. Повторюсь, кто будет являться точкой доступа, тут такой вопрос. Или смартфон, или мой компьютер. Скорее всего, может быть, смартфон будет являться точкой доступа. Но, повторюсь, у меня вот, мы с вами что не выбираем, это не срабатывает, увы. Также во вкладке «Устройства» у нас с вами имеется возможность дополнительно настроить. Во-первых, это параметр обнаружения устройства Bluetooth. При добавлении устройства Bluetooth функция Default позволяет подключать стандартные аксессуары. Выберите дополнительно, чтобы просматривать все типы устройств. В некоторых случаях может потребоваться место по умолчанию выбрать дополнительно, если вы не можете обнаружить какое-то либо устройство. Ну там геймпад, наушники там, и так далее. Если они не отображаются, возможно, что может потребоваться переключение по умолчанию в дополнительно. Но это скорее всего для каких-то таких аксессуаров, которые не являются стандартными. То есть, например, там не колонки, там как было написано, перо там, или что-то вот такого рода. То, что в стандартном формате может просто не видеться. Может быть потребуется переключить. Я сразу вставил ее дополнительно. Далее мы с вами, прокручивая список, находим дополнительные параметры Bluetooth. У нас открывается с вами вот такая вкладочка. Смотрите, внимательно. Обнаружение. Разрешить устройством Bluetooth обнаружить этот компьютер. Здесь есть некоторые моменты. Дело все в том, что если мы с вами ставим данную галочку, и у вас, например, рядом много каких-то либо устройств, будь то телефоны, я не знаю, там, какие-то либо вообще устройства, которые могут подключаться и выполнять сопряжение с какими-то либо девайсами, то, как и написано в восклицательный знак, не рекомендуется данный параметр включать, особенно если рядом у вас очень много разных Bluetooth-устройств, которые могут просто приконектиться к вашему компьютеру. Конечно, без вашего ведома никто этого сделать не сможет, но так или иначе, лучше данную галочку ставить только там, где вокруг вас нету каких-то лишних устройств, повторюсь, которые могли бы пытаться подключаться к вашему ПК. Поэтому это может и не потребуется, потому что вряд ли вы будете с какого-то устройства подключаться к компьютеру. Поэтому, если хотите, можно включать галочку «Разрешение устройством Bluetooth обнаружить компьютер». Но, повторюсь, вы под угрозу можете поставить безопасность своего ПК, поэтому тут как хотите. Как бы в моем случае никого в округе рядом нету, вряд ли кто-то будет к моему компьютеру коннектиться. Уведомление. Оповещать меня о уведомлении нового, подключенного устройства Bluetooth, отображать значок в области уведомлений, ком-порты, оборудование. Вот они у нас с вами здесь. Также все вновь прописаны, но это все то, что было. То есть вот мой смартфон и так далее, которые могут быть здесь прописаны. Также свойства каждого устройства, например, возможно, что если подключать будете геймпад, наушники и так далее, также в управлении электропитанием нужно галочку снимать, разрешить отключение для экономии энергии. Значит, в принципе, мы с вами все проговорили, все то, что было можно, все то, что было нужно. Основные элементы... Я надеюсь, что вы смогли для себя сегодня понять. Очень надеюсь, что видео было полезным. Попытались в течение 30 минут подробно рассмотреть варианты подключений. Другие варианты взаимодействия с Bluetooth, к сожалению, через учетные записи, динамическую блокировку по непонятным причинам у меня там смартфон почему-то не обнаруживался. Возможно, это проблема того, что именно с моим смартфоном это не работает. Либо версия неподходящая Bluetooth модуля со смартфоном, разница и так далее. Множество вариантов. Отдельно можно, конечно, поговорить о том, как совершать звонки со своего компьютера и принимать звонки на своем ПК при подключении вашего смартфона к ПК при помощи Bluetooth, но об этом, наверное, уже мы можем поговорить в другой раз, потому что это несколько другая тематика, это только для Windows 10 и 11 в том числе. Так что пока что на этом все, вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание, до новых встреч, скоро YouTube не переключайтесь, это огромное количество гайдов, летсплеев, всего крутого, сможете найти меня на канале. С вами был Шуранко и... Пока-пока, ребятушки, не переключайтесь, скоро увидимся. Baby,